Происшествие с трагическим исходом могло бы произойти, если бы наши доблестные сотрудники госавтоинспекции волею судеб не проезжали мимо горевшего дома. 28 февраля в районе 7 часов вечера, патрулируя Расторгуевскую часть города Видное на Спасском проезде у дома 19, наряд полиции заметил сильное задымление. Подъехав ближе, стало ясно – это пожар. Горел второй этаж частного дома. Начали сигналить, хотя бы разбудить жильцов. Может быть, кто-то был дома. Попытались зайти в дверь. Было сильное пламя, не представилось возможным. Вот. Неожиданно со второго этажа начала кричать женщина. Соответственно, услышали крики, вот, о помощи. Подбежав к окну, вот, оказалось, что там помимо женщины еще двое малолетних детей, 2-3 лет, и с ними же молодая мама. Инспекторы сообщили о случившемся в дежурную часть и принялись спасать людей. Сначала эвакуировали детей, на раздумье времени не было, малышей бросали прямо из окна, а сотрудники ГАИ ловили их внизу. Женщины спускались по шторам, эвакуироваться было непросто, но огонь наступал и выбора не оставлял. Через 15 минут на место прибыли пожарные, которым пришлось поднимать кровлю, чтобы потушить пламя. Таким сильным оно было. Причину возгорания установит следствие, но главное, что героям, а это поистине герои нашего времени, удалось спасти людей.